Арваңыздар, урматтуу футбол көрөрмандары, кайрадан Бишкек шаарында чоң футболдук байрам, коомдук биринчи канал сиздердин назарыңыздарга футбол боюнча Кыргызстан жана Азербайджан курама жааттарынын ортосундагы жолдоштук беттешти көрүүгө чакырып өтөт. Эмесе Дөлөн Өмүрзаков атындагы борборубуздун чоң ортосунда жайгашкан футболдук жайыбызда бир канча көз ирмемдерден соң кызыл түстөгү Кыргызстан курама жааты топту биринчи болуп оюнга кирип, андан соң 70 убакыт бою кызыктуу делген күчтүү атаандашка каршы биздин жигиттер кандай оюн көрсөтө алат, муну биз сиздер менен чогу биргеликте күбө болуп өтөбүз. Доброго времени суток, уважаемые телезрители! Вас приветствует первый общественный телеканал. Сегодня в Бишкеке на стадионе имени Дөлөна Өмүрзакова сборная Кыргызстана принимает сборную Азербайджана по футболу. Очень сильный соперник сегодня у нашей национальной команды. Игра уже началась. Сразу нарушение правил фиксирует арбитр сегодняшнего матча Артем Кучун. Ему помогают в сегодняшнем матче Сергей Васютин и Серик Джапасбаев. И пока наш матч не начал свою активную, не вошел в свою активную стадию, я объявлю для вас составы играющих сегодня команд. А тем временем штрафной разыгрывают наши футболисты. После этого опасного момента я продолжу. На правый фланг переводит мяч. Здесь Ахлядин Исраилов. Юный талант нашей команды. На вешь штрафную площадь. Попытка удара. Едва-едва головой не замкнул передачу от Ахлядина Исраилова наш нападающий. Сейчас ситуация немного успокоилась, я объявлю для вас составы играющих сегодня команд. Кыргызстан, в воротах, 30-й номер, Павел Матиш. Защитная линия, 2-й, Кичин Валерий, 3-й, Авчиев Тахир, 13-й, Аскаров Даврон, 22-й, Абитов Фарук. Полузащитная линия, 18-й, Харченко Вадим, капитан команды, 5-й, Мака Кум Кло, 27-й, Власичев Анатолий. И в нападении действует тройка футболистов, 14-й, Исраилов Ахлядин, 7-й, Лутфулаев Хуршит и 25-й, центральный нападающий, Тетте Дэвид. Сборная Азербайджана сегодня представлена следующими футболистами. Тем временем сборная Азербайджана пытается нащупать свою игру. Команды ведут разведку боя. С мячом наш футболист. А я объявлю для вас состав сборной Азербайджана. В воротах 23-й номер Агаев Салахат. Защитная линия 4-й Шукуров Махир, капитан команды. 19-й Амиргулиев Рахит. 7-й Джавадов Вагиф. Тем временем была возможность опасного момента у сборной Кыргызстана. Я продолжу объявлять состав сборной Азербайджана. 5-й номер Аллахвердиев Эльнур. 3-й Рамальданов Расим. 9-й Оскара Джихан. 10-й Дадашев Руфат. 24-й Ильтер Ташкин. 2-й Гусейнов Бадави. И 11-й центральный нападающий Алиев Рауф. Это товарищеский матч. Наша сборная готовится к турниру, который проводится Азиатской футбольной конфедерацией, который пройдет этим летом. Последний матч сборная Азербайджана, наш соперник, играла в Таллине со сборной Эстонии и уступила этой команде со счетом 1-2. В центре поля пытается разыграть мяч Лутфулаев Хуршит. Он вернулся в национальную команду. Очень значимый игрок на правом фланге. Футболисты сборной Азербайджана навес. Но мяч срезается и уходит за лицевую линию. Будет угловой удар. Игровой снаряд попал в нашего футболиста и ушел на корнер. Азербайджанцы исполнят угловой удар. Ждем этого стандарта. Наша команда провела последний матч со сборной Индонезии. Уступила, к сожалению, со счетом 0-4 в гостях. Навес штрафную площадь. Борьба. Футболисты сборной Азербайджана апеллируют к арбитру сегодняшнего матча. Говорят, что было нарушение правил, игра рукой. Несмотря на товарищеский характер игры, чувствуется накал борьбы. Команды настроены на победу. Тренер нашей команды произвел некоторые замены. Это Сергей Дворенков. По сравнению с предыдущим матчем. Здесь, на стадионе имени Дөлөна Өмүрзакова, ровно месяц назад наша команда встречалась со сборной Таджикистана. К сожалению, уступила ей со счетом 1-4. Рукой сыграл наш футболист на чужой половине поля. Это нарушение правил зафиксировал Артем Кучун. И азербайджанцы вновь исполнят штрафной удар. Мяч летит в направлении штрафной площади сборной Кыргызстана. Здесь Кичин выбивает его. Попытался зацепиться на мяч Ахлядин Исраилов. Этот юный талант представляет Динамо Киев.
пользуется хорошим спросом этот футболист. Отлично играет. 94-го года рождения. Всего 19 лет этому парню. Мяч на левом фланге. С мячом Исраилов. Исраилов приближается к штрафной площади. Убирает на замахе одного футболиста. Нарушение правил. Очень жестко сыграли против нашего парня защитники сборной Азербайджана. Если я не ошибаюсь, это был капитан команды, 4-й Шукуров Махир. Очень сильный соперник у нашей команды. Не так давно они играли со сборной России в Баку. И сыграли 1-1. Показали достойный футбол с мячом на левом фланге. Наш футболист. Ведется борьба у углового флажка. И мяч уходит за лицевую линию. Его ведет в игру вратарь сборной Азербайджана Агаев Салахат. Счет по-прежнему 0-0. Начало матча. Кыргызстан жана Азербайджандын курама командаларынын ортосундагы беттеш оюндун алгачкы 5 мүнөттүгү эсеп сандары ачыла элек. Ал эми урматтуу футбол көрөрмандары, байкалгандай күндүн көзү ат жабуу болуп турганы менен бул футболчулар үчүн нагыз футболдук аба ырайы десем дагы туура болот. Эмесе келиңиздер, топ менен кызыл түстөгү кыргызстандыкы футболчулар жана алардын күжүрмөн курамы менен жакында тааныштырып өтөлү. Дарбазада 30-чу Павел Матяш, 2-чи коргоочулар Валерий Кичин, 3-чү Тахир Авчиев, 13-чү Даврон Наскаров, 22-чү Фарух Абитов, жарым коргоочулар Вадим Харченко, команданын капитаны, 5-чи Мака Кум, 27-чи Анатолий Власичев, 14-чү Ахлетдин Исраилов, 7-чи Хуршет Лутфуллаев, 25-чи Дэвид Тетте, команданын башкы насатчысы россиялык Адис Сергей Дваренков. Ошентип айып белгиси белгиленип, 14-чү катар санындагы Ахлеттин Исраиловдун айып аянтчасына чыгарып берүүсү анткен менен азербайжандыктардын дарбаза жанында кымгуут абалы түзүлгөнү менен алар абалды коопсуздандырып, эми баарысы тең андан ары күрөшкө берилүү менен уланууда. Топ дале болсо биздин жигиттердин көзөмөлүндө. Дэвид Тетте дароо эле топту көтөрүп алып токтотуу менен бир кайрылып сокку кадаган, бирок сокку кубаттуулугу анчейин чыкпай дарбазачы Агаев Салахет азербайжандыктардын тик бурчтуу алкактын коргоочусу өз ордунда болуп чыкты. Эмесе көк түстөгү кийим менен оюн өткөрүп жаткан Азербайжан курама командасы менен да таанышуу алалы. Дарбазада Агаев Салахет, 23-чү катар санында топ менен биздикилер Фарух Абитов. Оба көмөккө эч ким келген жок жана жан жагын каранбастан берген тобунан дагы дайын болуп чыкпаптыр. Андан ары 2-чү катар санында Бедави Гусейнов, 3-чү Расим Рамалданов, 4-чү Махир Шукуров, 5-чү Элнур Алахвердиев, 24-чү Илтер Ташкин, 19-чү Рахит Амиргулиев, 10-чү Руфат Дадашев, 11-чү Рауф Алиев, 9-чү Джихан Өскара. Ал эми команданын башкы насатчысы белгилүү германдык Адис Берти Фокс экенин дагы көбүңүздөр жакшы билет болушуңуздар керек. Ага чейин азербайжандыктардын оң капталдан качыра кирип баруусу 9-чу катар санындагы Өскара Джихан Түркиянын Сиваспор командасынын чабуулчусу жыйынтыгында өз өнөктөштөрү үчүн топту алып берип олтурат. Берти Фокс убагында 1996 жылы герман курама командасы менен Европа чемпиондугун жеңип алганын дагы кошумчалап кетебиз. Эмесе абалдан боло келген стандарттык абал бурчтан чыгарып тебүү мүмкүнчүлүгүн азербайжандыктардын команда капитаны аткарып, бул сапар Павел Матяш өз ордунда болуп топтун жолун торогонго жетишип алыптыр. Жалпысынан бул эки курама жаат 2 жолу өз ара жолдоштук беттеш өткөргөн. Алыскы 1993 жылкы өткөн оюнда сандык катыш 3-2 эсебинде жыйынтыкталып жеңишке азербайжандыктар жеткен болсо, азыр Валерий Кичиндин абайсыздан уттуруп коюусу жана 11-чи катар санындагы Рауф Алиевдин кир укмуш соккусуна каршы дарбазачы Павел Матяш, байкадыңыздарбы, илбир секириги менен топтун жолун тороп жыйынтыгы биз үчүн аябагандай көңүлгө толоорлук болуп жыйынтык алып олтурат. Вадим Харченко талаанын как ортосунан жарып кирип алдыга Ахлеттин Исраиловду таап олтурат. Ахлеттин оң канатка Хуршет Лутфуллаевка берип
Бекене Войлу, Чапчан, Хутлутулаев, Биремес, Еки Курдай. Чабулчыларды жазгырып өткөнү менен жыйынтыгы топ биздикилердин тарабагында. Мына ушул 93-жылы 3-2 эсебинде азербайжандыктар жеңишке жеткен болсо, мындан 6 жыл мурда дагы оюн орун алып, ал оюнда 1-0 эсебинде Кыргызстан командасы жеңишти колдон чыгарып жибергенин дагы айтып өтөбүз. Ошентип топ көбүнесе талаанын ортоңку бөлүгүндө кармалып отурат. Албетте биздин команданын алдында өтө күчтүү дүйнөлүк FIFA уюму боюнча 88-чи орунда турган бүгүнкү күндө Европанын орто саар, ортодон жогору болгон командалардын бири туруп жатканын дагы белгилеп кетемин. Дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарында азербайжандыктар көптөгөн оюндарында жеңиш жана тең чыгууну жүзөгө ашырганын дагы биздин көпчүлүк көрөрмандар жакшы билсе керек. Ошентип эми келиңиздер. Кызыктуу делген бетте иш кандай жыйынтык берет болду экен, өзүңүздөр жакшы көрө алдыңыздар болуш керек. Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук жайыбызга бул кармаштын мааниси жолдоштук болгонуна карабастан жык жыйма күйөрмандар келип өз сүймөнчүктөрүн жакынан колдоп берүүдө. Ага чейин Валерий Кечиндин экинчи жолку орой ката кетирүүсү жана бул сапар 10-чу катар санындагы азербайжан чабуулчусу Руфат Дадашев Павел Матяш даярдап айтор. Азербайжандыктардын мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберүүсүн биз кубаттоо менен гана карап отурабыз. Дале болсо топ көк түстөгү азербайжандыктарда жана биздикилер эми түгөл курам менен коргонууга аргас болууда. Оюндун биринчи жарым бөлүгү эсеп сандары ачыла элек 0-0 бойдон. После двух обрезов от Валерия Кичина были два опасных момента у сборной Азербайджана. И тем временем азербайджанцы приближаются к нашей штрафной площади. На финтах попытался убрать наших защитников игрок сборной Азербайджана, но это у него не вышло. Валерию Кичину нужно играть по собранию. Сегодня у него очень ответственная позиция. Он связывает защитную линию вместе с полузащитой. И пока футболист Дзержинского Химика дважды обрезался. Вот он выбивает мяч к центральному кругу. Здесь 19 номер сборной Азербайджана играет на фланг. Это был Амиргулиев Рахит. Но с мячом наши футболисты в области центрального круга. С мячом Ахлетдин Исраилов. Неудачно принял мяч на голеностоп, но мяч снова к нему вернулся. С мячом капитан Вадим Харченко. Удар по воротам сборной Азербайджана. Мяч проходит выше. У сборных Азербайджана и Кыргызстана есть своя история встреч. Первый раз эти две команды встречались в 93-м году. Тогда со счетом 3-2 победу одержали азербайджанцы. Второй матч прошел 6 лет назад. Тогда Азербайджан также выиграл с минимальным счетом. И у нашей команды есть собственные реваншистские настроения. Одержать первую победу на сборной Азербайджана. Мяч уходит за боковую линию. Аут. Несколько неплохих проходов продемонстрировал нам Ахлетдин Исраилов. Сейчас с мячом возвращенец в нашу команду Лутфуллаев Хуршид. Не точно он играет на фланг. Мяч потерян. С мячом Вагит Джавадов. Очень известный футболист. В свое время к нему присматривался ливерпульский Эвертон. Дэвид Моэс, нынешний тренер Манчестер Юнайтед, лично просматривал Джавадова. Считался очень перспективным футболистом. Провел один сезон в Нижегородской Волге. Но не смог закрепиться и сейчас выступает за азербайджанский клуб «Карабах». Сборная Азербайджана в основном представлена футбольным клубом «Нефчи». По аналогии, сборная Кыргызстана представлена в большинстве своем клубом «Дордой». Сейчас наш нападающий Дэвид Тета, лучший бомбардир нашей команды в матчах к отбору турниру Азиатской футбольной конфедерации. Лутфуллаев играет на фланг. Здесь Исраилов. Исраилов попытался убрать защитника сборной Азербайджана на переступе, но у него это не вышло. Это был пятый номер Алахвердиев. Не поддался он на ложные замахи нашего техничного футболиста. Борется на фланге. Это пятый номер Алахвердиев. Активно навязывает прессинг Исраилову. Возможно, Берти Фокс, прославленный тренер сборной Азербайджана, поставил ему такое задание. Индивидуально опекать Исраилова, как нашего самого опасного футболиста. Кичин вбрасывает мяч в штрафную площадь. Будут бороться. Очень опасно.
Можно совершить обрез. Авчиев. Пас в разрез на Дэвида Тетте. Мяч в воздухе. Борются наши футболисты. Удар по воротам. Мяч проходит рядом со штангой. Опасно. Угловой удар. Назначен арбитром сегодняшнего матча. Его подаст. Если мне не изменяет зрение, это Ахледин Исраилов. Пытается запутать Валерий Кичин, защитников сборной Азербайджана. Кружка по штрафной. Мяч оказывается у Дэвида. Удар по воротам! Это седьмой номер Лутфулаев наносил удар по воротам Агаева. Очень опасно было с разворота. Неожиданный маневр от Лутфулаева. Удар с разворота. Кичин заброс вперед. Здесь должен бороться Лутфулаев, но мяч прилетает в руки Агаева. После одного из обрезов Валерия Кичина в шикарном сейве спас нашу команду наш голкипер Матяш, который представляет клуб Дордой. С мячом футболисты сборной Азербайджана. Дальний заброс. Мяч потерян. С мячом Харченко. Харченко играет на позиции опорного полузащитника. Очень многое будет зависеть именно от его действий на поле. 127 номер Власичев Анатолий. Боролся. На нем нарушили правила. Кичин. Кичин очень разносторонний футболист. Играет как на позициях опорника, так и на позициях левого и центрального защитника. Сегодня он скорее центральный защитник. Навес штрафную площадь. Опасно. Наш защитник предотвратил прожар собственной штрафной. Это 13 номер. Аскаров Даврон. Он представляет клуб «Алга». Извините, он представляет футбольный клуб «Дордой». «Дордой» многократный чемпион нашей республики. И это логично, что большинство футболистов представляют именно эту команду. Матяш ведет мяч в игру. В составе сборной Азербайджана следует выделить не только Джавадова, который сейчас представляет Карабах. Но и, конечно, следует сказать о прославленном тренере Берти Фоксе, который в свое время возглавлял сборную Германии. Попытка удара по воротам, заблокирован удар. Берти Фокс возглавлял сборную Германии, вместе с ней выигрывал чемпионат Европы. Очень большой тренер. Тренировал такие клубы, как Байер. Также у него была замечательная игровая, игротская карьера. Играл за Боруссию Мюнхенгладбах, которая 80-е и 70-е годы гремела по всей Европе, была обладателем Кубка чемпионов. Навес в сторону нашей штрафной площади. Здесь боролся 11 номер Алиев. Свечка запускается нашими защитниками над полем стадиона имени Долина Мурзакова. Опасный момент может возникнуть возле нашей штрафной площади. Пытается продраться здесь. Мяч едва не дошел до Джавадова. Удар по воротам. Мяч проходит значительно выше перекладины ворот, который защищает Павел Матяш. Пока по ударам преимущество у азербайджанцев. Но по опасности я бы сказал, что наши футболисты превзошли сборную Азербайджана. И Матяш вновь будет искать адресат для своих дальних забросов на чужой половине поля. Сыграл невысоко Матяш. Лутфулаев принимает мяч. Мяч у Тетто. Удар по воротам. Вновь дали возможность Дэвиду Тетто пробить. И он воспользовался этим шансом. Мяч не совсем удачно лег на ногу нашему натурализованному кыргызстанцу. И мяч спокойно прилетел в руки Агаева. Счет по-прежнему не открыт. 18-я минута матча. 0-0. Ошентип оюндун 19-чи мүнөтүдагы кирип келип, топ менен биздикилер жана Дэвид Тетте кара сурунан келген бул жигитибиздин соккусу дарбазачы Салихет Агаевди кыйла түйшөлтүп коюлганын көрө алдык. Бир эмес эки курдай Дэвид Тетте эң бир кооптуу абалдын үстүнөн чыккан, бирок негедир жолу анчейин болбой келет. Бул эми жакшы көрсөткүчтөрдүн бири.
жишаналардын бири десем туура болот. Себеби Баймабай атаандаштын дарбазасын көздөй топту ташып гана жеткирбестен бүткөн түргө келтирип сокку менен жыйынтыктоонун өзү дагы команданын алдыдагы оюну бар дегенди билдирет эмеспи. Азыр эми топ көк түстөгү азербайжандыктардын көзөмөлүндө. Гүрөшкө берилип эми Макакум коопсуз абал аралыкка жумалак топту сүрүп чыгарганы менен ортодогу казакстандык калыс Артем Күчүндүн көрсөтмөсү боюнча топ биздин атаандаштар тарапта. Кайрадан оң канаттан качыра кирип баруулары жана Вадим Харченко Дэвид Тетте аркылуу оюнду андан ары өкмөндөтүүнүн аракетинде Куршит Лутфуллаев жана ага каршы эреже бузуу болгону менен казакстандык калыс топ биздикилерде андан ары улай берсеңер болот деген нускоосу чагымда Куршиттин оорук сунуусу бир аз олуттуу көрүнөт окшобойбу. Болбосо Куршит жаңыдан Кыргызстандын курама жаатына кайтып келип олтурат. Башта Абдышата футболдук клубунун оюнчусу болуп келген. Азыр эми акыйкат же болбосо fair play оюнунун ырасымы боюнча көк түстөгү азербайжандыктар бул тоголок шайманды эми биздин жигиттер тарапка кайтарып берүүсү зарыл. Мына нерсе айтылуу Берти Фокс сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Ал дагы оюн кап ортосуна келип калган маалда өзүнүн шакирттеринин оюну анча жүрүшпөй жатканына ичи чыкпай жатканын дагы анын жүзүнөн жакшы көрүп окуй алдык. Фарук Абитов, Валерий Кичин бүгүнкү күнү коргонуунун борбордук өңүтүндө чоң жоопкерчиликти колго алып олтурат. Жана жетинчи катар санында Вахип Жавадов. Бул эми азербайжандыктардын эң бир көздөй оюнчуларынын бири Ахледин Исраилов жанын таштап жиберүү менен ар бир топ үчүн болгон күрөштө акырына дейре оюнну жүз төмөнүнөн жер сүзүп кулаганына карабастан бүгүнкү күнү көзгө толумдуу аракеттери менен эсте калып жатканын дагы кошумчалап кетебиз. Куршит Лутфуллаев жана ага каршы бир эмес үч коргоочу жолун торогон соң эми Берти Фокс дагы байкадыңыздарбы бир ордунда отура албай өзүнүн шакирттери бир аз футболдук тыным алганына анчейин ыраазы эмес дейт. Анткени менен бул Азербайжан футболдук курама командасы билесиздерби дүйнө жүзүндөгү бир дагы бир улуттук курама жаат дал ушул Азербайжан жааты сыяктуу эң бир кымбат учактар менен камсыз болбосо керек. Бул команда өлкө президенти учуп жүрчү учак менен өзүнүн дарегине жетип аларындагы барчу жерине жетип учуп бараарындагы кошумчалап өтөбүз. Жана ошондой эле бул Азербайжан өлкөсү акыркы мезгилде футбол жаатына болуп көрбөгөндөй көңүл буруп жаткандыгы дагы бекеринен эмес. Башта жаңы курама жаатты түптөөдө бул командага 4 бразилиялык футболчу Азербайжан атуулдугун алып футболдук пайдубалды бекем орнотконун дагы айтып кетебиз. Ага дейре Вадим Харченко Кыргызстан курама жаатынын капитаны өзүнүн өнөктөшү Ахилетдин Исраилов менен акылдашып жыйынтыгы бурчтук соккуга ээ болуп олтурат. Мына ушундай стандарттык абалдан бир пайданы таап чыгышпаса анда кыйла узун бойлуу азербайжандыктарды жылаңач кол менен азырынча алуу биздикилер үчүн кыйынга турууда. Анткени менен алды жактагы оюндарды өркүндөтүүдө биздикилер атаандаштан сөмүйчөлүк жогору болуп келишет. Биринчи кезекте бул өз дубалдарынын астында ойноп жаткан оюну ага чейин мына мындай
Курсет Лукфуллаев. Мүртін келтіре соққуға дағаны менен анысы тик бұрышту алқаққа да қойбостон бет маңдай чейіндің сұртына шығып әгеті веріп түремесе. Құрматты телекөрушілер, біз әме сіздерменен біргелікті футбол бойынша Қырғызстан жан Азербайджаны құрама жаттарын ортасындағы жолдоштық беттешке әгіве болу дауыз. Дүниенің бұлың бұрчында дағы ар бір өлкенің құрама жаты тешелі құрама командаларымен өз ара жолдоштық беттеші өткөріп жатқаны малы. Онасын өлі айрын бір жерлерді, континенттерді дүйін өлік чемпионаттың финалдық бөлігіне бару үшін таңдавалу ойындары, чечі үші таңдавалу беттештері өтіп баштағанындағы, өте тұрғанындағы айтып өтсім ашықтық қылбайды. 26-ші минут саат чебезі қаққан малда. Біз көріп жатқан бірінші жарым бөлікті ұшырда есеп сандары ашыла елік 0-0 тейді. Отличный перехват сейчас совершил опорный полузащитник Вадим Харченко. Этот волнорез пока успешно справляется со своими обязанностями. Кичин запускает дальний заброс вперед. Здесь Дэвид Тетто будет бороться с защитниками сборной Азербайджана. И мог возникнуть опасный момент. Ворота Гаева. Тренер нашей команды Сергей Дворенков сделал ставку на невысоких футболистов Лутфулаева и Исраилова. Но высокие передачи на футболиста, который может побороться, на Дэвида Тетте, тем не менее, активно используются нашими футболистами. Несколько раз жестко срубили этих двух наших невысоких футболистов Лутфулаева и Исраилова защитники сборной Азербайджана, и не только защитники. Посодействовал тому, что они оказались на газоне, также игрок атаки Эльтер Ташкин. С дальний заброс от Авчиева вперед. Безадресная передача. Вынос. Попадает мяч в лицо футболисту сборной Азербайджана. Завозился он возле собственной штрафной. Надо пользоваться этими ошибками. Ну, откатывается назад наша атака. Кичин. Перевод налево. Головой сбрасывает мяч в штрафную площадь. Футболист нашей команды. По сравнению с матчами, которые проходили еще два месяца назад, чувствуется, что футболисты начинают находить какие-то технические связи между собой. Уже чувствуется рука тренера. Эта команда уже наигрывает свою основную тактику. Перепасовка на своей половине поля от футболистов сборной Азербайджана. Мяч на правом фланге. Медленно приближается к нашим воротам азербайджанцы. Мяч на правом фланге. Причем 19-й номер. Это Амиргулиев. Алахвердиев играет налево неточно. Недопонимание небольшое вместе с Джавадовым. И Абитов вбрасывает мяч на Авчиева. Авчиев ищет варианты для передачи. Играет на капитана, на Харченко. Харченко сыграл на Абитова. Абитов заброс вперед. Здесь должен был побороться Тетте. Ну, прочитали нашу комбинацию. Тетте едва не отобрал игровой снаряд у азербайджанцев. В общем и целом можно сказать, что игра протекает в равном. Равное очень противостояние между этими двумя командами. Причем 11-й номер сборной Азербайджана. Это Алиев. В борьбе с нашими футболистами получает по ногам. Валерий Кичин подбегает извиниться перед ним за это нарушение правил. Солнце на несколько минут вышло из-за туч. Возможно, это было предзнаменование хорошей игры нашей команды. И снова ушло. Сегодня в Бишкеке довольно прохладно. Около 10 градусов. Но погода, можно сказать, что футбольная. Играть в таких условиях вполне возможно. Штрафной. Наверх штрафную площадь. Перехват. Возможно, контратака. Уходит в контратаку. Это Лутфулаев. Прорывается, и мяч уходит за боковую линию от ноги
футболиста в синей футболке. Наши игроки разыграют. Аут. Вброс вперед. Здесь борется невысокий Исраилов. Раз за разом идет он смело, в стык, самоотверженно играет этот молодой парень. 19 лет всего этому футболисту, который представляет, я вновь повторюсь, «Динамо Киев». Очень много хороших отзывов он получил о своей игре от тренеров киевского «Динамо». Возможно, его ждет отличная карьера. Навер штрафную площадь с левой ноги. Исраилов искал возможности. Очень ловкий футболист. Шустрые ноги. Быстро перебирает он с ними из стороны в сторону, чем вводит в заблуждение своих соперников. Разрезающая передача в штрафной площади оказались наши футболисты, но вовремя успели прерывать эту атаку. Игроки сборной, удар по воротам! Опасно, мяч проходит рядом со штангой. Это бил 27 номер Власичев Анатолий. Чувствуется напряжение, витает в воздухе на поле стадиона имени Далёна Мурзакова. Футболисты максимально собраны. И Агаев вводит мяч в игру. Дальний заброс здесь. Алиев сбрасывает мяч на Джавадова. С ним бороться будут наши защитники. Очень опасно сбрасывал наш защитник мяч вратарю. Могла быть и прервана эта передача. Абитов играет на Лутфулаева. Лутфулаев тактически очень хитро сыграл сейчас и сохранил мяч у нашей команды, выбив его о ногу азербайджанца за пределы поля. Абитов играет на Харченко. Харченко — попытка разрезающего паса. Но эту комбинацию прочитали футболисты в синих футболках. С мячом азербайджанцы на своей половине поля. Активно прессингуют его азербайджанцев наши футболисты. Не дают им ни секунды на размышление. И в последние минуты игра в атаке у азербайджанцев разладилась. Больше атакуют наши футболисты. И я уже думаю, по статистике они превзошли сборную Азербайджана по количеству ударов и ударов в створ, что немаловажно. Если мяч летит в створ, то, возможно, и залетит в сетку. Перехват! С мячом наши футболисты врываются в штрафную площадь. Неудачная попытка разрезающего паса. Но, потеряв мяч, сразу же идет в прессинг. Футболист в красной футболке. Недовольны своими действиями футболисты сборной Азербайджана. Берти Фокс не находит себе места на скамейке тренерской. Без нарушения правил, по мнению Кучина, сыграли азербайджанцы. Джавадов играет в центр. Вновь разрезающий в штрафной площади. Джавадов — прострел. И здесь в штрафной площади, оказывается, будет удар. Нет. Назад. Мяч откатывается, и наши футболисты умело разбираются с этой атакой. Спокойно, без нервов, вынесли мяч за пределы штрафной площади. И здесь Мака Кум играет в центр. Харченко играет на Авчиева. Авчиев на правый фланг. Здесь Исраилов. Исраилов. Неудачная передача на Лутфулаева. Эти два футболиста очень активно взаимодействуют на поле. Два невысоких парня. Дэвид Тетте оттянулся назад. Мака Кум сыграл назад. С мячом Исраилов. Исраилов ищет варианты для паса. Харченко просит активнее действовать Ахледдина. Ахледдин — пас на Кичина. Кичина в этом матче. Сергей Дворенков. Падение в штрафной площади. Апеллируют к арбитру наши футболисты. Это Лутфулаев оказался на газоне после контакта со вторым номером Гусейновым. Решил использовать Кичина в качестве такого либера наш тренер Сергей Дворенков. Длинными передачами заброс в штрафную площадь. Кичин в прыжке выбивает мяч за пределы штрафной площади. И с мячом Харченко. Счет по-прежнему не открыт. 34-я минута матча идет. 0-0.
Биринчи жарым бөлүктөн жоон ортосунан өтүп калган чакта ага чейин 7-чи катарсандагы Вагиф Джавадов Азербайжандын сол канаттагы чабуулчусу ээсиз калган топко ээлик кылып өзүнүн экинчи толкундагы өнөктөштөрүн күтүп алууда. Топ менен өнөктөшү 24-чи катарсандагы Ташкент Илтер, бирок акырында биздин коргоочулар дагы жумалак топту коопсуз аралыкка сүрүп чыгарып Макакум Анатолий Власичев кайрадан Макакум жана кыйыктата Хуршит Лутфуллаевка даректелген топ. Лутфуллаев экинчи кабатта кыйла шыргыйдай узун болгон Элнур Аллахбердиевдин айласын таап, азыр эми Ахлетин Исраилов, андан ары Анатолий Власичев. Топту биздикилер көбүрөөк кармаганга жетишүүдө жана Вадим Харченконун тобу аз эле жерден барып дарбаза торунан орун таап кала сактады. Дагы бир жолу көрүп алат болушубуз керек, дарбазанын чабагынан жанып өткөн топ өзүнүн багытын өзгөртүп жыйынтыгы биздин көптөгөн көрөрмандарыбызды өкүттө калтырып койду көрүнөт. Бирок эң бир көзгө толумдуу кооптуу аракетти жүзөгө ашыруу боюнча биздин футболчуларыбыз атаандаштан кыйла ашып түшүүдө. Павел Матиаш өз ордунда болуп чыгуусу шарт. Ошентип оюндун жиби кайсы бир деңгээлде биздин жигиттерге дагы өтүп баштагандай таасири калтырууда. Муну мен эми тайманбастан ачык айкын айта аламын, себеби биринчи 45 мүнөттүктө жыйынтыктап айта турган болсок, дегинкиси оюндун жиби биздин футболчулар колунда болуп, алар көптөгөн чабуулдарды атаандаштын дарбазасын көздөй уюштуруп турганын дагы айтып өтөбүз. Фарух Абитов топту оюнга таштап берүүнүн аракетинде Валерий Кичинди таап, эң мыкты коргоочуларыбыздын бири Валерий Кичин жана ал топту чыгарып берүүдө. Ага каршы атаандаштар ыксыз ойногондугу үчүн казакстандык калыс Артем Кучун топту биздикилер тарапка калтырып берип отурат. Оюндун 37-чи мүнөтү, сандык катыш дале өзгөрө элек 0-0 бойдон жана Вадим Харченконун 35-чи мүнөттөгү тепкен тобу дарбаза чабагын таап, аз жерден топ бутага тийип кала сактаганын дагы айтып өтмөкчүмүн. Ахледин Исраилов топ менен жана анын көкөлөтө чыгарып берүүсү. Анатолий Власичев ойлонуп олтурбастан соккуну болушунча туштаган экен, бирок топ бул сапар дагы өзөрлөнө дарбаза туркусуна дээрлик кыйкап өтө бериптир. Кайрадан калыстын нускоосу менен топ биздикилер тарапка кала бермекчи. Валерий Кичин башты көтөрүп кайсыл өнөктөш кандай жерде орун алгандыгын окуп билген соң кыйыктата Курсит менен Дэвид Тетте тарапты көздөй чыгарган тобу кайрадан тайталашка түшүп, эми азербайжандыктардын эң бир көзгө толумдуу оюнчусу Вагиф Джавадов мына бул чабуулдун үстүндө болуп берген, бирок акырында Валерий Кичин абалды коопсуздандырып, эми баарысы тең кайрадан борбордук бөлүктөн башталып отурат. Азербайжандыктардан 19-чу катар санындагы Ракет Амиргулиев назарыңыздарда болуп өттү. Азыр эми эки тарап тең бир аз футболдук тыным алып алалы дешти. Айтор абалды курчутпастан бир аз дем басып алуу иретинде баштагы ылдамдыктарын жайлатып, мынанти эми кеңири аралыкта оюн өткөрүп башташты. 9-чу катар санындагы Жихан Өскара аттуу азербайжандыктардын чабуулчусу көңүл чордонунда болуп чыккан, бирок Павел Матиаш топко чыгууда мыкты ойноп, эми байкалып тургандай топ кызыл түстөгү Кыргызстан курама жаатынын карамагында. Валерий Кичин
Тахир Авчиев менен ойноп, Авчиев Власичевке жана эч кандай ышкырык жаңырбагандыгы бул эми көпчүлүктү таң калдырып баштаган себеби Анатолий Власичевке каршы эреже бузулуп эми биздикилер топту айып чекитинен оюнга киришет. Анатолий Власичев бул Казакстандын Спартак командасынын оюнчусу. Ал эми Ахледин Исраилов Украинанын Динамо Киев командасында ойнорундагы жакшы билесиздер. Макакум топ менен өтө сейрек көрүнгөнү менен ал дагы өзүнүн керектүү узупасын жеткилең аткарып жатканын дагы кошумчалап кетмекчимин. Топ талаанын узата жээгинен сыртка чыккан соң эми биз тарапка берилип Валерий Кичинден чыгарып берүүсү жана азербайжандыктар түгөл курамы менен өз дарбазасына ыктап чоң күч менен оюндун баарысын тең коргонуудан уюштуруп жатканын байкай алдыңыздар. Фарух Абитов албетте этиет ойноосу керек жана Макакум топко элден мурда жете барганы менен топ көк түстөгү азербайжандыктарга берилип отурат. Дагы бир жолу белгилеп кетебиз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер футбол боюнча Кыргызстан жана Азербайжандын курама жааттарынын ортосундагы жолдоштук беттешке ортоктош болуудасыздар. Оюндун биринчи жарым бөлүгү аяктарына туптуура 5 мүнөттөн азыраак убакыт калып отурат. Эсеп сандары ачыла элек 0-0 бойдон. Приближается к своему завершению первый тайм матча между сборными Кыргызстана и сборной Азербайджана. Счет по-прежнему не открыт, 0-0. Но в последние вторую половину первого тайма кыргызстанцы провели более активно. И свою пушку зарядил просто Вадим Харченко. К сожалению, попал в перекладину. Опасно. Может возникнуть опасная ситуация у ворот сборной Кыргызстана. Дэвид Тетте скидывает мяч. С мячом Исраилов сыграл на Лутфулаева. Не поняли друг друга два невысокоростных футболиста сборной Кыргызстана. Не точно в ноги сыграли. Сложно оценивать, но можно сказать, что сегодня сборную Кыргызстана пришли поддержать около 4-5 тысяч болельщиков. Что значительно больше, чем на прошлых матчах. Сборная Кыргызстана нужна поддержка, и мы просим вас активнее приходить на стадион имени Дулёна Умурзакова, когда наша команда защищает честь нашей страны в матчах с другими сборными. Аут разыгрывает сборная Азербайджана. С мячом 11-й Алиев играет на фланг. Наверх штрафную площадь. Авчиев уверенно выносит мяч из штрафной площади. И он вновь уходит за боковую линию. На простые навесы сбилась игра у сборной Азербайджана. Многое у подопечных Берти Фокция не выходит. Пославленный специалист, думаю, в перерыве сделает определенные выводы, в результате которых он произведет замены, может, даст новые установки разным футболистам. Так как даже по месту в рейтинге FIFA сборная Азербайджана превосходит нашу команду. Но по игре этого абсолютно не сказать. Авчиев обрезается! Но его подстраховывает вовремя Абитов и выносит мяч вперед. Лутфулаев, попытка прессинга. В центре поля наши футболисты. Не глядя, забрасывал мяч вперед. Крайний защитник. Это Абитов. По идее, это был пас в сторону Лутфулаева, но тот не сумел откликнуться на эту передачу. Упускает игровой снаряд Алиев за боковую линию. И Абитов ведет его в игру. Ищет варианты для вброса аута. Абитов, как и многие другие футболисты сборной Кыргызстана, представляет клуб Дордой. Харченко в центре поля. Точная передача была на Исраилова. Но тот не сумел обработать. Момент, конечно, у сборной Кыргызстана был просто шикарный. В перекладину, я напоминаю, попал Харченко, капитан нашей команды.
также представляющий Дордой. Харченко и должен брать игру на себя. Минута остается до конца основного времени первого тайма. Кичин запускает свечу в сторону Лутфуллаева. Едва-едва не прошла эта передача. Толкает спину, но тем не менее не зафиксировано нарушение правил со стороны азербайджанца. И пятый номер прорывается в сторону наших ворот. Убирает мяч под себя. Но не купил он этим финтом нашего футболиста Исраилов. Отбрасывает мяч назад. Заброс вперед. Здесь Дэвид Тетта. Скидка. И мяч оказывается в руках у Агаева. Причем Алиев открывается под него. Завадов. И ни минуты не добавляет арбитр Кучун к основному времени первого тайма. Первый тайм закончен. 0-0. Закончился первый тайм, счет 0-0. Баштадов. Сейчас арбитр сегодняшнего матча Артем Кучун объявит о начале второго тайма между сборными Кыргызстана и Азербайджана. В центре поля разыграют мяч футболисты Азербайджана. Это 10-й номер. Дадашев и его партнер по команде 9-й номер Оскар Аджихан. Для тех, кто опоздал на первый тайм сегодняшнего матча, хочу сказать, что игра протекает равная. По количеству ударов в створ Кыргызстан превзошел азербайджанцев. Но азербайджанцы умело используют прессинг. Ох, сейчас очень опасно было по голове. Валерий Кичин попал буцей. 10-му номеру Дадашову. Но он, естественно, не хотел этого. Ненамеренный фол со стороны Валерия. Не повезло Дадашову. По спине проехался ему Валерий Кичин. И назначается штрафной удар. За фол. Диктор по стадиону объявляет, что в составе сборной Кыргызстана была произведена одна замена нашим тренером Сергеем Дворенковым. Вместо капитана Харченко Вадима, 18-го номера, на поле вышел 8-й номер Ари Элайджа. В составе сборной Азербайджана на поле оказались 13-й Гокдемир Али и 16-й Хусейнов Джавид. Они заменили 5-го Алхвердиева Эльнура. Игрок под номером 13 Гокдемир Али. Тем временем возле наших ворот опасно. И замена произошла в команде Кыргызстана. Мяч возле центрального клуба. Нужно прессинговать. Прессингуем, ребята. В игру вошел Ари Эладжа. Игрок под номером 8. Очень высоко поднимают ноги футболисты. Кроме этих замен, составы сборной остались неизменными. Борьба в центре поля. В некотором недоумении оказался наш футболист. Он считал, что должен быть назначен штрафной удар. После жесткого стыка хромает Дадашов. Видите на своих экранах множество болельщиков на трибунах стадиона имени Дулёна Умурзакова. Противоположная трибуна, где находятся комментаторы, заполнена практически под завязку. И аут вбрасывает Мака Кум, 5-й номер. Это фейерплей. Дает мяч наш футболист голкиперу Агаеву. Тот ведет его в игру. Второй тайм только начался. И интрига еще жива в этом матче. Команды борются только за победу. Приближается к нашей штрафной. Это Дадашов. Пас на правый фланг. Здесь 4-й номер. Боролся с Макакумом. Потерял мяч. Макакум умело перехватил игровой снаряд. Пытался развить атаку, сыграть на Исраилова. Но пас не вышел. И круглый вновь прикатывается к Агаеву. Агаев выбивает мяч за пределы своей половины поля. Пас на правый фланг. Здесь 4-й номер сборной Азербайджана борется.
Это Шукуров Махир. С мячом 9-й. Неточный пас. С мячом вновь капитан команды Шукуров. Шукуров отметился нелицеприятными высказываниями, такой словесной перепалкой с футболистом сборной России Александром Самедовым. В одном из интервью он отказался признавать в Самедове своего соотечественника, азербайджанца. Вот такие были словесные перепалки между футболистами сборной Азербайджана и России. Большой ажиотаж был вокруг этой игры между сборными России и Азербайджана. И командовая сборная Азербайджана, выступающая в европейской части отбора к чемпионату мира и чемпионату Европы. Заброс вперед. Здесь Матиш должен уверенно сыграть на выходе. Что он и делает. Мяч в руках у голкипера Дурдоя сборной Кыргызстана. Фиксирует он его уверенно. Вводит его в игру, но неудачно. В центре поля 16-й номер сборной Азербайджана перехватил его. Это вышедший вновь на поле Хусейнов Джавид. Он вновь на фланге, сыграл в центр. Играет со своими партнерами. Шукуров, капитан сборной Азербайджана. Борются наши футболисты. Это 16-й номер Хусейнов. Боролся с нашим защитником. 27-м. Власичевым Анатолием, который представляет клуб Дордой. Штрафной будет исполнять капитан команды Махир. Шукуров. Строит стенку Матиш. Два легионера, натурализованных Ганса, стоят в стенке и сейчас не присоединяются. Еще два футболиста. Нельзя упускать из виду нападающих сборной Азербайджана. Шукуров самоустранился от исполнения этого штрафного удара. И возле мяча 13-й Гокдемир Али. Удар по воротам, Матиш отбивает. Отлично сыграл Матиш. Очень ловко, но не сильно пробил Гокдемир Али. Перекинул мяч через стенку. И круглый летел в створ ворот. Опасно было возле ворот сборной Кыргызстана. Матиш в этом матче не ошибается. В матче со сборной Узбекистана Матиш совершил несколько результативных ошибок. Но сегодня основной голкипер нашей команды играет уверенно. Я бы сказал, даже более чем уверенно. Один из его сейвов в первом тайме просто послужили успеху нашей команды. Пока не такому развитому, ничейному пока результату нашей команды. Очередной угловой завершился без результата для футболистов в синих футболках. Матиш отдает мяч ближнему. Это Валерий Кичин. Валерий Кичин принадлежит Нижегородской Волге. Тетте сбрасывает мяч на Исраила. Исраила, что же придумает этот парень? Попытался перекинуть мяч через Акаева, но не удалось ему это сделать. Очень технично хотел сыграть футболист киевского «Динамо». Этот сложный футбольный элемент не удался 19-летнему парню. Кичин принадлежит, как я уже начал рассказ об этом, отличном футболисте нашей команды. Игра принадлежит Нижегородской Волге, но сейчас находится в аренде в Дзержинском Химике, где получает хорошую игровую практику. Вот сейчас он прерывает скидку на футболиста сборной Азербайджана. Пас вперед на Лутфулоева. Лутфулаева, извините, он попытался побороться. Ставит спину ему футболист сборной Азербайджана. Мяч выбит за пределы области, где находится угловой флажок. И азербайджанцев бросят аут. Опасно вбрасывает мяч на Агаева. Агаев перестраховался и выбил мяч за боковую линию. 7-я минута второго тайма. По-прежнему счет не открыт. 0-0. Таланын узата жегинен сырткары чыгып кеткен соң эми көк түстөгү Азербайджан курама командасы дагы алды жактан өз бактысын издөө аракетинде. Алар маал-маал менен гана өз коргонунан чыгып кетүүнүн амалында Ахридин
Исраилов, жана ага каршы Алибетти азербайжандык коргоочулар булса өз ордуларында болуп чыгышты. Алмашууга жаңадан чыккан 13-чү катар санындагы Али Көктемир топту оюнга таштап эми экинчи жарым бөлүк чагымда биринчиге караганда алда канча кызуу жана чыңалыштуу болот окшобойбу. Дэвид Тетте акырына дейре топ үчүн күрөшкөнү менен ортодогу азербайжандык жарым коргоочулар абалдан жол таап кеткени менен эми Анатолий Власичевдин аракети астында биздикилер эмненин үстүнөн чыгышат болду экен. Макаком топ үчүн күрөшүп байкаңыздар, ар бир талаанын тердикте болгон жеринде болуп көрбөгөндөй топ үчүн болгон айгышкан мүнөздөгү күрөш орун алып баштады. 4-чү катар санындагы команда капитаны Махир Шүкүров бул азербайжандыктардын оң канаттагы коргоочусу, ал эми ортодогу казакстандык калыс Артем Кучун ал силер көрүп тургандай биздин оюнчубуз Анатолий Власичев Казахстандын Спартак командасынын оюнчусу жарат алгандыгын алуам бир аз тыным алуу орун алып олтурат. Ооба, бир топ биздикилерде болгону менен акыйкат оюнунун расымы боюнча биздикилер дагы топту атаандашына таштап беришүүдө. Дэвид Тетте аз жерден кууп табалдын үстүнөн чыга жаздады жана Тахир Авчиев. Авчиев күлөнүп алып ылдамдыкты арттырганы менен ага кичинекей тактык жете бербей эми топ ортодон жоголуп Даврон Аскаров кимди тапмакчы? Ылдамдыкты арттырган Хуршет Лутфуллаевка жумалак топту даректеген менен ортодон коргоочулар будат болуп эми биз көрүп тургандай Берти Фокс негизги курамдагы оюнчуларды алмаштырууда. 17-чи катар санындагы Бугар Надиров аттуу Карабах клубунун оюнчусу өзүнүн өнөктөшүн алмаштырып өттү. Игрок под номером 17 Надиров Бугар заменил игрока под номером 9 Оскара Джихана. 16-чы катар санындагы бул жарым коргоочу Жавид Гусейнов жоопкерчиликти колго аракетин көрүп эми азербайжандыктар дагы тим туруп калбастан жапырт алдыны көздөй барууга далалат жасашууда. Албетте дүйнөлүк футбол уюму болуп эсептелген FIFA'нын беделдик көрсөткүчү боюнча Азербайжан курама командасы 88-чи орунда турат. Бул эми жакшы жыйынтыктуу көрсөткүчтөрдүн бири десем туура. Буга чейин алар 100-дөн ары карай болуп келген болсо качан Берти Фокс германдык адис бул курама жааттын башына келгени иштери ийге башталып өз тобунда жаңылбасам булар 3-чү жана 4-чү орунду ээлегенге да жетише алды бейм. Кезинде алар түндүк Ирландияны өз үйүндө жеңип алып күчтүү делген россиялыктар менен өз майданында тең ойногондугу бул Азербайжан курама командасынын өтө күчтүү делгенинен кабар бермекчи. Азыр эми 11-чи катар санындагы Рауф Алиев Бакы командасынын оюнчусу оозунан көк түтүн буркураткандыгы үчүн дагы эскертүү кагазын алып калуусу толук мүмкүн. Даврон Аскаров азыр эми топту алды жактагы өнөктөштөрү менен ойноо аракетин көрмөкчү. Ооба, кыйыктата берилген топ Дэвид Тетте, Хуршет Лутфуллаев жана азербайжандык коргоочулар акылкы мезгилде гана топту коопсуз аралыкка чыгарып эми оюндун жүрүшү боюнча айта турган болсок биздин футболчуларыбыз чынында эле көзгө толумдуу оюну менен акырына дейин күрөшүү ниети менен
Гюрмандардын купулуна толду десем жаңылган болбойм. Биринчи жарым бөлүк көбүнесе Кыргызстан курама командасынын көзөмөлү астында өтүп, эң бир кооптуу абалдарды үстү-үстүнө жаратып тургандыгы бул айныксыз чындык. Дал ушул алган ыргак акырына дейри түтөбү, мына эми убакыттын иши. Андыктан бошоңдобой бой чыйралтып ойноо биздин жигиттер үчүн аябагандай зарыл экенин дагы биз жакшы билебиз. Ошентип оюндун экинчи жарым бөлүгү Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук жайыбызда Кыргызстан жана Азербайжан курама командалары жолдоштук беттешти өткөрүп жаткан убак. Эсеп сандары ачыла элек. Азырынча 0-0 бойдон сакталып келет. Берти Фокс айтылуу германдык адис футболчу, кезинде герман курама командасы менен Европа чемпиондугун утуп алганын көбүңүздөр жакшы билесиздер. Фокс является чемпионом Европы как тренера сборной Германии, но также игрокская карьера у него была просто замечательная. Он является чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной Германии. В 1974 году он сумел остановить великого Йохана Кройфа. Действовал Берти Фокс на позиции правого защитника. А также успешно играл за Мюнхен-Гладбахскую Боруссию. Шукуров, капитан команды, вбрасывает мяч. Кичин читает это и выбивает мяч на Дэвида Тета. Дэвид Тета будет бороться, борется. Выбивает мяч, мяч у Дэвида Тета. Дэвид Тета в зону штрафную площадь. Опасно будет удар по воротам. Нет, удар не состоялся, к сожалению. По воротам Агаева была очень опасная ситуация. Причем наши футболисты умело контролируют мяч. Перевод на левый фланг. Здесь был Мака Кум. Удар по воротам не последовал. Дэвид Тета борется. Крутится вокруг своей оси. Попытка удара по воротам Агаева. Но тот его фиксирует. Это Анатолий Власичев, который представляет «Спартак» из Казахстана. Во втором тайме темп игры упал значительно. Пока нельзя сказать, что было много опасных моментов. А точнее, их было совсем мало. Вновь нарушение правил. Азербайджанцы разыгрывают. Перевод неточный. Мака Кум перехватывает мяч. Агаев занервничал в своей штрафной площади и выбил мяч за боковую линию. Его ведет в игру вышедший на поле Ари Элайджа. Я извиняюсь за ошибку в начале второго тайма, когда я сказал, что Ари Элайджа вышел на поле вместо Вадима Харченко. Могла получиться хорошая комбинация у сборной Кыргызстана. Пропихивал мяч в сторону Лутфулаева наш футболист. Но у него это не совсем удачно вышло, и мяч перехватили. Здесь нельзя пожарить. Кичин. Сегодня он не может проявить активно свои атакующие возможности, свои способности к атаке. Дэвид Тета раз за разом удачно цепляется за мяч на втором этаже. Но взаимодействие именно с партнерами пока ему не удается. Что-то в стиле Оливье Жиру пытается нам продемонстрировать. Дэвид Тета сбрасывает мяч активно на полузащитника своей команды. Но пока именно взаимопонимания не хватает во втором тайме. Шукуров вбрасывает мяч. Здесь Кичин. Мака Кум сбрасывает на Дэвида Тета с мячом Исраилов. Исраилов пускается вновь в дриблинг. Удар по воротам неподготовленный от Исраилова. Жаль, жаль. Была хорошая возможность дать пас на Дэвида Тета. Но Исраилов вновь заложил финт. Красиво ушел от игрока. Попытка удара с левой ноги неудачно. Замечательный мяч забил Ахледин Исраилов в матче со сборной Таджикистана из-за предела штрафной площади с разворота с левой ноги отправил его в самую паутинку ворот. Голкипер сборной Таджикистана. Вбрасывают мяч азербайджанцы. Сигнализируют арбитру о том, что было нарушение правил. И арбитр подтверждает этот фол.
И вновь будет навес в штрафную площадь. Тем временем замена в составе сборной Азербайджана. Вместо 24-го номера Илтера Ташкина на поле выходит футболист под 20-м номером Будак Уфук. На футболке у него написано просто «Будак». Судя по всему, Берти Фокс пытается усилить атакующую игру своей команды. Высокорослый футболист может активно побороться во втором этаже. Навес штрафную площадь опасно. Павел Матиш фиксирует уверенно мяч. Павел сегодня просто символ надежности в нашей команде. Технично обыгрывает Дэвида Тетте, футболист сборной Азербайджана. Будак с мячом, только что вышедший на поле. Пас вновь на Будака. Будак на левом фланге. Будак пытается обыграть Тахира Авчиева. Но тот не лыком шит и не позволяет ему этого сделать. Неудачная передача в штрафную площадь. И мяч уходит за лицевую линию. Вновь с мячом Павел Матиш. Сегодня просто монстр действует на ленточке наших ворот. Несколько шикарных сейвов продемонстрировал нам голкипер Дордоя. Особенно в первом тайме меня особенно впечатлил сейв после удара по воротам. Павел вытянулся в струнку и достал мяч из самой штанги. С мячом наши футболисты. Опасно сыграл азербайджанец. Очень высоко поднял ногу. Можно было это фиксировать как опасную игру. Авчиев борется. Под него открывается Кичин. Но тот не рискует, не отдает центр. Отдает на фланг. Ну, мяч в конечном итоге оказывается у Кичина. Кичин, дальний заброс вперед. Здесь Дэвид Тетта должен побороться. Ари Элайджа. Пас на Харченко. Харченко, Элайджа. Элайджа с мячом. Авчиев. Власичев, Авчиев. Попытались продемонстрировать взаимодействие. Кичин не пожарить. Выбивает мяч. За пределы поля Валерий. Валера, давай, не подведи. В первом тайме несколько раз неудачно действовал Валерий. Обрезался. Но собрался. Вовремя сумел сконцентрироваться на игре на позиции центрального защитника. Что для него не ново. Мяч вводят в игру азербайджанцы из-за боковой линии. Мячом Будак был, он сыграл назад. Были сборной Азербайджана попытка. Интересная возможность для атаки. Была выбрана футболистом сборной Азербайджана. Вновь в свечке. Очень много в этом матче таких свечей запускают футболисты. Это говорит о том, что они не могут выбрать адресатов по земле. И приходится запускать эти дальние высокие навесы. С мячом третий номер сборной Азербайджана. Прорывается в сторону наших ворот. Опасно прямой ногой пошел он на нашего футболиста. Ну, судья прощает ему. Это нарушение правил фактически. Пас вперед. Неудачное очередное действие. Извиняется перед своими партнерами. 13 номер нашей команды. И Кичин должен проконтролировать, чтобы этот мяч дошел в конце концов до Матиша. Матиш. Вбрасывает на Элайджу. Элайджа играет с Харченко. Харченко должен связать действия полузащиты с атакой. Власичев, чтобы разрядить опасную ситуацию, выбивает игровой снаряд за пределы поля. И очередной аут. Вбросят футболисты в синих футболках сборной Азербайджана. Постепенно, шаг за шагом, приближается к нашим воротам. Вовремя выбивает мяч. Мяч возле штрафной площади было опасно. Матиш вовремя вышел из ворот. Желтая карточка показана 11 номеру Алиеву. Алиев был очень сильно возбужден во втором тайме, нервничал. И сейчас в конечном итоге получает желтую карточку. Очень импульсивно действует этот футболист под 11 номером. После столкновения с нашим голкипером некоторые болевые ощущения у Алиева. Матиш. Очередной вынос от Павла.
вынос здесь борется. Наши футболисты. С мячом Лутфуллаев. Дает пас назад. Здесь Харченко. С мячом Лутфуллаев. Мяч мечется между футболистами двух сборных. Овчиев. Гренадер в защитной линии нашей команды. Делает пас на правый фланг. Убирает мяч под себя. По дриблингу можно сказать, что это был Ахмедин Исраилов. Мяч же вышел за лицевую линию и должен был быть назначен угловой удар. Но Кучум так не считает. С мячом вновь азербайджанцы на левом фланге своей атаки. Технично уходит от нашего полузащитника. Это Джавадов. Прорывался к воротам Матиша. И Матиш. Просто сама уверенность действует. Отлично. На ленточке голкипер наш, нашей сборной. Кичин. Будет очередной дальний пас? Нет. Точно играет на Исраилова. Исраилов отбрасывает мяч на 13-го номера. Это Аскаров. С мячом Исраилов ему по ногам засаживает просто защитник сборной Азербайджана. Жестко играют против техничного молодого парня. Правило нарушил 19-й номер сборной Азербайджана. Это Амиргулиев Рахид. Не щадит он нашего футболиста. Ну, Валера, повтори свой подвиг, который ты совершил на турнире имени Гранаткина в Москве, когда он примерно со сравнимого расстояния ударил по воротам и попал в самую девятку. Ну, сейчас, я думаю, удара не будет. Но хотя от Валерия можно ожидать и удара. Валера, пушка страшная! Трибуны ждут от Валеры удара, удар по воротам! Не выходит удар от Валерия. Валерия тем временем второй тайм подошел к своей середине. Азербайджанцы пытаются наладить игру в атаке. Счет по-прежнему не открыт. 0-0. Көзге толымды болып жатқанындағы жасыр албаймын, бірақ мұның артында аяғандай чоң күч жатқандығын, чоң күч қуат сартталып жатқандығындағы белгілебей қой албаймыз. Куршеті Лутфуллаев чығару малында офсайд авалдына гириптері болды. Әме әзербайжандық дарбазачы Салахат Ағаев топты ойынға тиіп гирип бермекте. Құрматты футбол көрермандары, сіздер Дөлен Өмірзақов атындағы Борбордық футбол жайымызда Қырғызстан және Әзербайжан құрама жаттарының ортасындағы жолдоштық беттешке ортақтасу болудастар. Ойындың екінші жарым бөлігі есеп сандары ашыла елек 0-0 бойдан. Әлеме ойындың мазмұны бойынша қызыл түстегі Қырғызстанның құрама командасы болушынша нағыз командалық мінездегі ойын көрсетуіменен ақырқы мезгілдерде жолдоштық беттешулерді қатарыменен алдырып қойғанына қарамастан мықты сапаты бар екенін жақындан көрсетіп беруді. Власичев топменен жана алдынан өсіп шығалған қорғаушыны жазғырып өткен соң Куршет Лутфуллаев тайға жеңіл атқа шақы. Куршет Лутфуллаев бүгінгі күні оң қанаттан атандаштың тынчын болысын чалып тұрғандығы бұл әме айнықсыз ұчындық. Анкелменен Павел Матяс жана Тахир Авчиев албетті бошоң новостон ақырына дейлі күрелшіп қойысу ғана қажет. Макакум. Макакум топ үшін күрелшіп, жиынтығы өз өнектештеріне топқа елік қылуыны алып беруді. Әлеме қиыла беделі жоғары болған әзербайжандықтар қандай маңайда майдан үстіне шыққанын білмеймін. Олардың ойы бойынша топ өзінен өзі дарбазаға барады деген бе. Бірақ оларға қарсы біздің футболшыларымыз оқымыстыдай тең ата ойын көрсетіп көпшілік жерде қарсылаштардан алдағанша ашып түсіп тұрғанындағы айтып өтпекшімін. Бұл бірінші кезекте қызылдаған
колдоочу күйөрмандардын дымагы астында болуп жатат десем дагы калп айткан болбойм. Себеби жолдоштук беттешке мынчалык көп күйөрмандын келүүсүн бир дагы бир оюндан көрө элек болчубуз. Албетте азербайжандыктардын башкы насаатчысы Берти Фогт эгер деле эсеп биз үчүн оңтойлуу аяктай турган болсо анда кийинки муундарга айта жүрчү жакшы накыл кеп калмакчы. Жада калса Берти Фогттун өзү дагы курама жааты менен келип биздин футболдук майданда кандай ойногонун дагы көпкө дейин сөз кылат окшобойсузбу. Ага чейин азербайжан командасынын оюнчулары ортодогу кымгууттукту пайдаланып кетүү аракетин куп гана көрүшкөн, бирок биздин коргоочулар бул сапар Тахир Авчиев өз ордунда болуп топко буудат болгон соң эми азербайжандыктар кезектеги бурчтан чыгаруу укугуна ээ болуп олтурушат. Павел Матиас боюнун бийиктиги 1.96 м жана экинчи кабатта Ахлетин Исраилов өз коргоочуларына жардамга келип азаматсың. Ахлетин Исраилов ал бир эмес 3-1 коргоочуну жогору кылдамдыкта жазгырып өтүү менен Макакумду таап, Макакум күрөштө болсо дагы акыры топту сактап бергенге жетишти. Бирок мына бул жерде Анатолий Власичев жаза баскан соң 17-нчи катар санындагы Бугар Надиров оң канаттан жетегелген өнөктөшү Рауф Алиев аркылуу чоң коркунуч туудуруу аракетин көргөн. Ооба, алган ылдамдыгын теске алышпаган футболчулар акырында кагылышып жыйынтыгы биздин коргоочубуз Тахир Авчиев. Өзүңүздөр көрүп тургандай жарнактардын бири менен кагылышып аз жерден жараат алып кала сактады. Ошентип оюндун экинчи жарым бөлүгү тагын айтканда 76-нчы мүнөттөр өз эсебин кагууда жана Кыргызстан Азербайжан курама командаларынын жолдоштук беттешинде азырынча эсеп сандары ачыла элек. 0-0 бойдон тоо үчүн болгон күрөш талаанын борбордук бөлүгүндө. Албетте биринчи жарым бөлүктө оюндун көзөмөлүн кыргыз футболчулары өз колдоруна алышкан. Кубандырганы 2-45 мүнөттүктө дагы алган күйүүсүнөн жанбай аябагандай атаандаштын тынчын алган оюн көрсөтүп жаткандыгы жалпыбызды кубандырбай койбой. Даврон Аскаровдун чыгарып берүүсү өз өнөктөшүн тапкан жок, бирок ортодон Анатолий Власичев аргасыздан оюн эрежесин буздубу? Айтор, биз көрүп тургандай эми бул жолдоштук беттешүү барган сайын кызыктуу болуп келет. Себеби оюндун аяктарына дагы 13 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Демек эгер деле тең чыгууга аттала турган болсо бул кыргызстандыктар үчүн жаман эмес жыйынтык болот. Насип буйруп дагы бир топту сүрөтүн атаандаштардын дарбазасынан тартып ала турган болсок анда бул биз үчүн кыргыз футболуна чоң ийгиликтердин бири катары дагы баалап койсок болот окшобойбу? Ошентип экинчи жарым бөлүк эсеп саны ачыла элек. Кыргызстан Азербайжан курама командаларынын жолдоштук беттешүүсү деле болсо 0-0 бойдон. 77-я минута матча, счет по-прежнему не открыт. Сборная Кыргызстана принимает сборную Азербайджана. Сборная Кыргызстана принимает сборную Азербайджана. Акт фейерплей со стороны футболистов в синих футболках. Будет финальный навал или нет со стороны наших футболистов? Все-таки они играют на домашнем стадионе. А дома и стены помогают. Макакум Клод сбрасывает на Исраилова. Исраилов сбрасывает. Отдает пас на Дэвида Тета. Дэвид Тета цепляется умело за мяч. У него выбивают игровой снаряд. Четвертый номер капитан команды Махир Шукуров ловко разобрался с Макакумом.
Заброс вперед, безадресная передача. Мяч у наших футболистов не пожарить. Исраилов играет с Макакумом. Исраилов вновь с мячом. Пас вперед, здесь должен Лутфуллаев побороться. Дэвид Тетте, скидка на Ари Элайджу. Ари Элайджа на левом фланге, отдает назад. Заброс вперед. От Власичева. Нарушение правил фиксируется арбитром сегодняшнего матча Кучуном. На газоне оказался футболист нашей сборной, но фол зафиксирован в пользу азербайджанцев. Дэвид Тетте, под него открывается Ахледин Исраилов. Исраилов, удар по воротам вновь. Молодой футболист слишком импульсивно пытается взять на себя игру. В ситуации, когда надо было отдать пас, вновь последовал удар от Ахледдина. Прострел в нашу штрафную площадку. Но перехватили, уверенно читают наши защитники. Перехватили игровой снаряд. Мячом Харченко, пас вперед здесь. Луфулоев вырвется к воротам, его запрессинговали. Высоченные азербайджанские защитники. Кичин должен прочитать, не дать, не давать бить по воротам Матиша. Боролся футболист Дзержинского Химика. Тем временем замена намечается в составе нашей команды. Вместо седьмого номера Лутфуллаева, который отборолся весь матч, отбегал просто, отпыхтел. Отлично отработал Куршит. Вместо него на поле выйдет девятый номер Байматов Азамат. Ну, девятый номер на спине предполагает его позицию как нападающего. Должен усилить атакующие действия на последние 10 минут игры. Байматов Азамат. Ждем от него гола. Все-таки на спине он носит девятку великого бразильца Роналдо. Он должен оправдать статус своего номера. Матер. Дальний заброс. И сразу будет бороться Байматов. Байматов с мячом на фланге. Умело укрывает мяч корпусом. Выбивает у него игровой снаряд. 17-й номер сборной Азербайджана. Это вышедший во втором тайме Надиров Угар. Аскаров. Пас вперед на Байматова. Байматов сбрасывает. Хорошо. Не понял его немного. Макакум открылся не в ту зону, в которую последовала передача. И Агаев ведет мяч в игру. Дальний пас. Ари Элайджа читает. Пытался прессинговать Исраилов. Вновь Ари Элайджа. Макакум борется в воздухе. Скидывает назад. Здесь Аскаров. Ари Элайджа играет с Аскаровым. Аскаров, пас вперед на Дэвида Тетте. Дэвид Тетте четко принимает на спину пас на Макакума, но он вновь не сумел принять эту передачу. Дэвид Тетте с мячом. Пас в штрафную площадь. Мяч заметался по штрафной сборной Азербайджана. Ари Элайджа играет назад. Здесь Власичев. Развернулся вокруг своей оси в центральном круге. Анатолий. И вновь недопонимание наших футболистов, и мяч уходит за боковую линию. Вбрасывают аут футболисты сборной Азербайджана. Разыгрывают его на своей половине поля. Пытаются найти нити своей игры на протяжении всего матча азербайджанцы, но пока у них ничего не выходит. 77-я минута подходит к своему окончанию. Мяч на фланге. По не совсем гладкому газону мяч застревал. Едва не оказался в ногах у Будака. Могло быть опасно. На своих экранах видите Анатолия Власичева, представителя команды «Спартак». Это клуб из высшей лиги Казахстана. Павел Матяш. Пас вперед. Здесь Байматов борется, скидывает. Отличная могла получиться комбинация. Серия
пасов головой, скидок, сбросов. Последний был от Мака Кума. Опасно может быть. Алиев скидывает. Кичин борется, и мяч окажется в наших воротах. Нет, нам повезло. Повезло нашей команде. Кичин боролся до конца, и Матяш все-таки спас нашу команду в очередной раз. В этом матче он подтверждает реноме отличного голкипера. Подбадривает своих защитников Павел. Спас нашу команду в очередной раз Матяш. Отлично играет в лучших традициях Жан-Луиджи Буффона. Если игра у команды не идет, то ответственность на себя берет голкипер. Это последний игрок. Голкипер – это пол команды. И эту пословицу футбольную Матяш подтверждает. Прорывался к воротам футболист сборной Азербайджана. Пытался на противоходе сыграть Матяшу, но Матяш прочитал. И оставил ноги в том угле, в который последовал игровой снаряд. Кичин. В том моменте опасном, который произошел минуту назад, Кичин все-таки не до конца доборолся, позволил уйти от себя нападающему сборной Азербайджана. Шукуров берет его на бедро. 13 номер, это Аскаров. Борцовский прием. Ну, кому, как не азербайджанцам, знать толк в борьбе. Но на газоне в итоге оказался именно представитель сборной Азербайджана. Шукуров будет исполнять это стандартное положение. Последует очередной навес в нашу штрафную площадь. Матишу нужно быть начеку. Приближается к концу матча. Это уже 79-я минута. Шукуров, навес. Матиш. Кулаком выбивает. Отлично играет Павел. Опасный момент мог возникнуть вновь у наших ворот. Контратака, возможно. Выходят в контратаку. Убегут, убегут. На Дэвида Тетте должен последовать пас. Удар по воротам. Не точно, к сожалению. Запорол эту атаку. Ахмедин Исраилов вновь взял игру на себя и не открыл счет. 85-я минута. Я ошибся в прошлый раз. И последняя пятиминутка от нашей команды. Счет по-прежнему не открыт. 0-0. Ова Ахледин Исраилов қанчалық көзге толымды ойын көрсетпесін, бірок жаңылмасам 3-ші жолы өзінің ашылып берген өнектөштерін көрбөстен соққыны тұшты шешіміне қабыл алған екен. Албетте сол қанатта Дэвид Тетте сол қанаттан аябағындай мықты ашылған, бірок Ахледин Исраилов бұл жол қысымда дағы жауапкершілікті өз қолына алды. Айтор ең бір ыңғайлы делген авалды бошко кетирип койду. Ал эми азыр биздикилер үчүн акырына дейли бошоңдобостон бой чыйралты баарысын тең дыкаттык менен аткаруусу зарыл. Антпесе футболдук оюн бул 90 мүнөткө чейин гана эмес, финалдык ышкырыкка чейин созуларын айтып өтөбүз. Оюн калысы казакстандык Артем Кучун бүгүнкү күнү 210 күнү бирдей тебинип кара кылдык акчарган калыстыгын көрсөттү десем дагы жаңылбаймын. Сиздер көрүп тургандай 87-чи мүнөттөгү саат чебесинде кагылуу да кошумча дагы 2 мүнөтү берилерин бөркүңүздөр дей эле көрө бериңиздер. Ал эми жалпысынан оюн туурасында айта турган болсок, Кыргызстан курама командасынын жигиттери алардын арыдан бери урунуштурган оюну бар экенин дагы бир жолу далилдеп көпчүлүк суроо жараткан көрөрмандарыбызга жакындан жооп берди бейм. Албетте Индонезия Кувейт менен болгон оюндарда жеңишти колдон чыгарып жиберген. Биз ага дейли Азербайджан командасынын экинчи жолку кооп табалы, бирок бул сапар коргоочу Даврон Аскаров топтун астына төшөлө калуу менен абалды жөндөгөнгө жетишиптери баракелде. Даврон Аскаров жанын таштап жиберүү менен Кыргызстан курама командасын дагы бир ыксыз абалдан куткарып кетти бейм. Ооба, Индонезия, Кувейт, Тажикстан командаларынан жеңилип калгандыгыбыз чындык, бирок айтып коюшубуз керек, быйылкы жылы биздин футболчуларыбыз болуп көрбөгөндөй көптөгөн футболдук таймаштарды өз баштарынан өткөрүштү. Ошол эле Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогунда дагы жаз мезгилинде финалдык жолдомону камсыздап коюусуна
канчалаган күч кубат сарптолганын дагы билесиздер. Ошондой эле Кыргыз футбол федерациясы дагы баштагы жылдарга салыштырмалуу үстүбүздөгү жылы укмуштуу да кызыктуу көптөгөн жолдоштук беттешүүлөрдү уюштуруп берди. Бул дагы өзүнчө күч кубатталат. Жалпы жонунан жыл ичинде 35 ар кыл деңгээлдеги оюндар белгиленсе, быйылкы жылы бул оюндардын саны 50 чукулдап, биздин футболчуларыбыз өзүнүн мыкты спорттук калыбынан бир аз жанып турган маалында жогоруда аталган жолдоштук беттештерди алдырып койгон. Ал эми бүгүнкү күнү дүйнөлүк бедели боюнча баардык командалардан тагыраагы Кыргызстан курама командасы менен кездешкен курамдардан өтө жогору турган азербайжандыктарга каршы тең тең ойнобостон оюндун маңызы боюнча алда канча көзгө толумдуу болуусу бул эми кыргыз футболунун келечеги канчалык бар экендигинен дагы кабар берет десем жаңылбаймын. Азыр эми биздин жигиттерибизге эч бир бошоңдобостон акырына дейин финалды кышкырыкка чейин гана ойноп коюусу зарыл. Ошентип 90-чу мүнөттагы саат чебесин көрсөтүп олтурат. Капталдагы калыстар кошумча 2 мүнөт берери белгилүү. Ал эми жалпы жонунан биз тараптан белгилечү футболчулар жалпы курама жат, бири бирине бекем ишенишип дарбазачы менен биргеликте мыкты оюн көрсөтө алды. Матч приближается к своему логическому завершению. Уже 90-я минута. Азербайджанцы оказывают последний финальный навал на наши ворота. Но стоит сказать спасибо нашим ребятам за эту игру. Отлично боролись и еще, возможно, вырвут победу. Байматов с мячом. Не было нарушения правил, по мнению Кучина. Игра будет идти ровно до свистка арбитра. В принципе, затяжек не было. Соответственно, я думаю, больше 2 минут не будет добавлено к этому матчу, к основному времени. Вновь не поняли друг друга наши футболисты. Потеря мяча. И Махир Шукуров делает дальний навес своих партнеров. Но читает уверенно. Аскаров отлично играет. Вперед. Эти переводы в этом матче не такой большой процент этих переводов. Закончился удачно. Удар по воротам Матиша. Матиш! Не сразу, но фиксирует в итоге игровой снаряд. Бежит вперед Макакум. Джавадов перехватывает мяч. Технично уходит на фланг. Отдает пас. Навес штрафную площадь. Не дать пробить, не дать бить по воротам. Матиш! Матиш! Это Павел Матиш. Сегодня он просто в ударе. Отлично на последней секунде. Спасает нашу команду. Павел сыграл сегодня просто великолепно. За эту игру ставит 10 из 10 баллов. Трибуны ликуют. Павел руководит своей стенкой. Из самой девятки достал игровой снаряд Павел. Надо штрафную площадь. Дотерпеть уже нужно эту игру. Удар. Рикошет. И мяч уходит за лицевую линию. Очередной корнер. Нарезку из сегодняшних действий Павла Матиша можно выкладывать на YouTube. Миллионы просмотров, я думаю, можно ему обеспечить. Шикарно отыграл сегодня Павел. Не устаю подбирать эпитеты к его великолепной игре. Матиш на чеку. Выбивают игровой снаряд за пределы штрафной площади и нужно дотерпеть. Я не заметил, сколько минут добавил арбитр сегодняшнего матча к основному времени. Мне подсказывают, что 3 минуты было добавлено. Основное время уже закончено. И нарушение правил фиксируется. Опасно может быть. Последует навес очередной, где высокорослые, крупные азербайджанские ребята поборются. Но нужно дотерпеть. Будет очень обидно пропускать на последних минутах. Можно сказать, на последних секундах. Капитан команды Шукуров ставит мяч ближе к воротам Павла Матиша. И готовится к исполнению этого стандарта. Хитро сыграл Шукуров. И финальный свисток звучит 0-0.
Наша команда сыграла отлично. Особо твистов заслуживает Павел Матюш. А для вас этот матч комментировал я, Алибек Шопуев, и мой коллега Кубан Атабеков. Смотрите футбол. Ола, теңсіз қарағанда Қырғызстан құрама командасы жеңіске көбірек жақын болған. Осындағы нағыз маңызы бойынша алдағанша көзге толымды ойын алып барған қырғыз футболшыларындағы біз құттықтап кетеміз. Ең бір беделді деген құрам менен қарсы ойнады. Жоң ғана тең шықпастан бұл команда кезінде Россия құрама жатыменен дағы расми беттеште тең шыққан. Демек, биздин футболдук келечегибиз алдыда дагы каякка өсө турган жагдай бар экенин дагы белгилөө менен бүгүнкү футболдук баянаалып берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Албетте бул жыйынтык көңүлүңүздөргө жагат болуш керек. Көрөрмандардын жүзүнөн жеңил гана окулуп турууда. Акырына дейли бар күчүн ортого салган биздин футболчуларыбызга дагы бир ийгиликти каалоо менен бүгүнкү баяныбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер үчүн микрофондо Алибек Сопуев жана мен Кубан Атабеков оюнду көргөнгө көмөктөштүк. Режиссёрдук пультта Абель Жусупов конок болду. Кийинки футболдук майдандан жолукканга дейли саламатта болуңуздар.